дебютант с турнира «Стрелка», зовут его Гайдбаев Радмир. Аплодисменты Радмиру! Радмир, пару слов расскажи о себе, мы тебя не знаем, кто ты, чем занимаешься. Боксом и кикбоксингом. Сколько лет тебе? 21. Ты готов к бою? Удачи. А его соперником в данном бою будет неоднократный участник турнира «Стрелка» Давлатов Бахтияр. Поприветствуем Бахтияра! Бахтияр, ну и ты пару слов расскажи о себе. Всем привет, здравствуйте. Меня зовут Артур. Работаю на Шауме. Сейчас мы Давай, Бахтияр, поделись. Удачи. Итак, третий бой турнира «Стрелка». Дайте шуму! Замечание делается бойцу за запрещенный удар. Проходим на фигуру за нами.
третьем бою турнира «Стрелка» победу одержал Давлатов Бахтияр. Пойдем сюда, поедим впечатление, расскажу, как они переживают. Отлично. Мне кажется, да? Немного раньше. Что ж, у тебя еще будет возможность поучаствовать, и обязательно примешь участие в следующих турнирах. Аплодисменты Радмиру! Ну а теперь Бахтияр, как мы видим, да, как мы видим, ты не только умеешь шаурму заворачивать, но и ногами махать неплохо. Расскажи, как ты чувствуешь себя после боя? Отлично. Все нормально. Продолжаем так. Шаурма сила. Спасибо, молодец, поздравляю.